Всем привет! Сегодня 12 октября. Сильный ветер дует с юга. Пробую ловить с берега. Что получится? Смотрите видео. Мосточек такой хлипкий, старый. Похолодало, рыба отошла на глубину. Но иногда, похоже, выворачивается вот здесь, недалеко от берега. Сейчас видел всплеск. А вот здесь, похоже, ловили карася летом. Местечко интересное. Вот еще один мосточек. Попробуем здесь. Здесь у меня брала щука несколько раз. С похолоданием рыба начинает адаптироваться, привыкать к такой температуре, скатывается на глубину. Под берегом нет ее. Очень сильный ветер. Встал с подветренной стороны. Щука молчит, перешел на дропшот, ловлю такого небольшого окушка 100-граммового. Вот он. Ну так, размер ничего, пойдет. Поклевка была, но промазал. Вот опять.